Всем привет, с вами Боди. Это самое главное, что я хотел сказать, то что есть второй канал, и там выходят игры ежедневно, по три игры, и сегодня уже вышли новые игры. Вы переходите, вы смотрите, и самое главное, подписывайтесь, у меня скоро день рождения. Я был бы рад, если бы ты подписался, потому что тебе точно повезет, если ты это сделаешь. Короче, Влад А4 номер один. Я сразу поставлю лайк, почему, и... Короче, давайте начнем с того... Почему я не видел оригинальные, ну, как бы, вот эти вот Влада? И почему вчера выходил реакшн, так сказать, на... сейчас покажу. На предыдущий, вот, короче, на неоригинальные вот эти вот, видите? Это неоригинальные эти. Ну, вы идите, посмотрите, поймете, почему. Вот. Объясняю. Во-первых, когда я снимал реакцию на неоригинальные, тогда еще не было... у Влада А4 не вышел оригинальный, короче, вот этот альбом на канале. Поэтому я вчера и смотрел с других каналов. Потому что когда я вбивал А4 Hello Kids, мне вылезали только, ну, какие-то другие каналы. И меня еще начинают в комментариях обсирать. Богдан, иди слушай на оригинальном, на оригинальном. Ну, не могу, у меня уже реакции были сняты на не основные. Ну, пришлось выложить. Ну, вы что, гоните, что ли, ребят? Ну, сегодня послушаем оригинально. Мне уже интересно, насколько... Зато теперь я смогу понять вместе с вами, насколько отличается качество от неоригинала. Вот идите, послушайте предыдущие вчерашние треки. Вот, раз и два. И поймите, насколько отличается качество там, где люди сливали неоригинал. И сейчас мы будем понимать, что такое оригинал. Погнали! В принципе, минус, кстати говоря, я за минус еще не говорил. Он мне что-то напоминает. Он мне вот что-то напоминает. Только я не помню, что. Только вот. Тутун. Мы просто играем. Нет, ну не Тима Белорусский точно. Нет. Ну что-то еще, я не помню только точно что. Что-то вот... Погодите, а что этот минус мне напоминает? Напишите в комментариях, вот что-то похожее я слышал у Моргенштерна, может быть. А, вот эту флейту. Эль, проблема у меня, вот это вот. Вот оно, да? Скажи, напоминает. Мне кажется, что это так. Потому что, ну, минус реально похожий. Ну, я тебе говорю. Нет, ну, разный, но что-то вот, что-то чувствую. Думаю, что вот если наложить текст Моргенштерна, будет очень даже хорошо звучать. Номер один. Я не победим, не собираю тренды, никому не обойти, не. И, кстати говоря, я буду мне помимо разбора текста еще вам объяснять. Вот смотрите, вот в этом альбоме Влад, наконец, как я и говорил в прошлых роликах, вы должны посмотреть вчерашние ролики, где мы вот смотрели не оригинал, все равно, также разбирали, но я и здесь разберу, потому что я уверен, вчерашние ролики кто-то не смотрел. Короче... Влад Бумага, номер один, я непобедим, забираю тренды, никому не обойти. Рюлики танцуют на запястье и цепи, я номер один, салют YT. Вот YT мне так и не ответили в комментариях, что такое YT. YT. Y, это you, Y, YT, салют YouTube. Мы смотрели на другом портале, когда я вбивал в этом, в интернете, Влад А4 текст. Там YT прям написано, YT. И я не понял, что за YT. Я думал, YT может быть какой-то, ну типа команда какая-то по типу тиктокеров. Вот. Короче, Влад А4 номер... Влад, давайте разберем. Номер один. Я непобедим. Забираю тренды, никому не обойти. Здесь полностью согласен, Влад реально читает о том, что всегда происходит. Когда бы он не выложил ролик, всегда, всегда на первом месте в тренде. Абсолютно, без вариантов. Брюлики танцуют, ну, у него есть бриллиантовые часы, это я знаю, на запястье и цепи еще, да, вот. Я номер один, и танцуют они именно, когда он вот так вот, к примеру, их, ну, вот так поделает. Ну, вы знаете, когда часы вот так вот рукой дергаешь, это означает то, что у тебя, типа, они так потанцовывают, что-то типа того. Я непобедим, забираю тренды, никому не... Так, салют YT, типа, салют YouTube, дальше. Номер один, я непобедим, забираю тренды, никому не обойти. Он, кстати, голос, заметьте, здесь какой-то, вот голос он сделал прям... агрессивный.
Вот агрессивный, да, да. Кстати, мне очень интересно, он сейчас в трендах уже или нет? Ну, скорее всего, с песнями в тренды он... Я рад. Я лично, я не знаю, как вы, а вот я рад. Я вот очень сильно рад. Ладно, 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 и еще раз ладно. Так, уберу. Погнали дальше. Брюлики танцуют на запястье и цепи. Я номер один. Салют, YT. Хай, сумка Луи. Так, погодите, мы что-то пропустили. Я номер один, салют, YT. Номер один, я непобедим. Забираю тренды, никому не обойти. Брюлики танцуют на запястье и цепи. Я номер один, салют, YT. Ага, все. Это сейчас пойдет новый текст, который мы будем слушать. Окей, хорошо. Я надеюсь, то, что вы подписались и лайк поставили. 3000 бачей. Зайдя на канал, ты наблюдаешь богачей. А ты морпихе. Вот, помню, вчера уже Вова Кес, ну, все новости, короче, вот. Давайте сначала разберем. Сумка Louis Vuitton, это я так уже полностью объясняю, может, кто-то не знает, Louis Vuitton, что такое. 3000 бачей, баксов, зайди на канал, ты наблюдаешь богачей. Ну... Но это и так понятно, что Влад богатый, да, здесь вообще без проблем, вот. Но меня очень удивило то, что Вова Кес, его мнение, по крайней мере, он что-то вот-вот-вот, ему не понравилось то, что все-таки Влад здесь выпендривается своими деньгами или что-то в этом роде, типа ты наблюдаешь богачей, вот, что-то типа этого. Ну, то есть, там люди писали против, выпендривается бабками, как Моргенштерн и так далее. Я скажу так. В альбоме он агрессивный, вот, потому что его все достало, скорее всего. Ладно, давайте послушаем, потом доскажу. Все это на мне, притворяюсь бедным, типа я такой, как ты. Я даже недавно... Ты наблюдаешь Адемар Пигет, все... О, погодите, это новый текст! Чего? Вчера такого не было. Ты наблюдаешь богачи Адемар Пигет, все это на мне, притворяюсь бедным, типа я такой, как ты. Я даже недавно, помню, заходил в метро, чтобы посмотреть на баннер со своим лицом. На баннер. Не, Адемар Пигет. Это что, это может быть какая-то новая тоже? Это непонятно, непонятно, однако. Я заходил в метро, ага, чтобы посмотреть на баннер со своим лицом. О, да, салютую фанта. Да, она цвета ламба. Да, цвета будто ламба, во-во. Ну не будто уж, не скажи, там есть оранжевый цвет. Прям цвета ламба надо было как-нибудь так. Короче, люди писали, Владу я читал комментарии, то, что Влад какой-то слишком здесь это, выпендрежник и так далее в песнях. Я еще не все прослушал. Мы сегодня наконец слушаем нормальные хиты его. Короче, я что хочу сказать. Мое мнение будет таково. Соглашайтесь, не соглашайтесь, ваше дело. Вообще, я не знаю, как объяснить. Вот по роликам Влада я понимаю, он вообще не выпендривается деньгами. Ну, куда ему выпендриваться? Он не как Моргенштерн с тремя цепочками, там, показывает свои машины постоянно и так далее. Никогда такого не было. Даже я у него вроде ни разу не видел вот эти брюлики, да, часы. Ни разу не видел, только вот тот... Показывал он в историях в Ютубе, может быть, или где-то еще, но в роликах у него не светятся они. Цвета будто ламба-ламба, у большого мальчика огромные контракты. Школьники достали постоянно... Погоди, да я прочитаю. Так, я даже недавно, помню, заходил в метро, чтобы посмотреть на баннер со своим лицом. Да, я у себя в Питере тоже видел баннер с его лицом. Салютую, это правда, салютую фанта цвета будто ламба, у них контракт, все верно. У большого мальчика огромные контракты. Ну вот насчет того, что вот даже в прошлых роликах, я вам говорю, идите посмотрите вчерашние ролики, посмотрите разницу вообще в качестве, как люди левые сливали, и как настоящие, здесь качество вообще крутое. У большого мальчика огромные контракты, здесь я поспорю, потому что Влад такой же дрищавый, как и я. То есть мы с ним не большие мальчики, мы с ним дрищавые мальчики, вот так скажем. Только разница у нас в том, что я сижу... дома целыми днями, и где-то 33 тысячи у меня выходит в месяц, а у Влада выходит около 10 миллионов, и он тоже примерно так же сидит дома, как и я. Вот такие у нас разница, вот такая у нас, как говорится, разница. Влад, возьми меня в команду, я хочу хоть немножко больше зарабатывать, пожалуйста, ради меня, ради
Ради меня, блин. Пипец, я охреневший, да, ребят? Ладно, пофигу. Огромные контракты. Школьники достали. Так, давайте дальше. Меня палит. Фу, улетел от них бизнес-классом на Бали. Девочка моя, красотка. Погоди, быстро все. Ага, школьники достали, постоянно меня палят. Улетел от них бизнес-классом на Бали. Кстати говоря, помню, короче, сливали. Да как сливали, блин? Снимали, короче, Влада на камеру. И там такие, типа, Влад, можно с тобой сфоткаться? Там около 10 человек стоит. Снимают специально его на камеру. А Влад не обращает внимания и просто уезжает на своей машине. Ну, может, не заметил, не услышал, у него наушники были. И все... И по новостям, по новостным пабликам начинают это все форсить, типа, знаете, как Владу насрать на своих подписчиков. Господи, как меня забомбило! Это просто какой-то кринж был. Я думаю, вы чё, да вам... Я понимаю, что людям есть 6, 5, 6 лет, и они легко могут прислушиваться к чужому мнению, не имея своего мнения. Но даже люди в 6 лет есть очень умные и понимающие. И могут оспорить мнение, когда... Ну вот люди говорят, ой, Влад не фоткается с подписчиками, типа... Какое же ты говно, Влад, да? Типа, я офигел, почему его хейтят за это? Включите голову, у человека 24 миллиона подписчиков, к нему... Он выйдет на улицу, к нему подбегут 500 человек! Он работает, алло! Каждый день снимает ролики! Вы представьте, к нему каждый день... Вы представьте, как это задалбывает! Я помню, я со своей девушкой ходили в Макдональдс, в Бургер Кинге мы кушали в Питере, вот, и я кушаю, и ко мне подходит 4 человека и говорят, давай сфоткаемся, блин, вот вы не представляете это ощущение, когда хотелось сказать, а можно я доем хотя бы, вот почему нельзя подойти, когда потом, я говорю, ребята, я покушаю, а потом вы подойдете, и вы представляете, вот, не знаю, как вам объяснить, если брать в пример Влада, то если бы он просто гулял на улице нормально, как я, то это все. Это все, это хана ему, короче, была бы. То есть, для этого существуют сходки, чтобы вы понимали, и все. Ну, типа, в принципе, я считаю так. Ну, конечно, вот когда люди начали базарить на Влад, то что, блин, да пипец, какого фига Влад не фоткается с подписчиками, ребята. Не понимаю вас. Не-не-не. Тоже популярный. Первая любовь купил ей Питер Калям. 5. Говорите, типа, весь контент мой. Погодите. У большого... Так. Школьники достали, постоянно меня палят. Вот, он даже сам говорит, школьники достали, постоянно меня палят. Да там его уже спалили, где он работает даже в ТикТоке. Я не знаю, зачем они это сделали. Нахера вы палите, где человек работает? Это же херня полная. Это сейчас всю его команду задолбает. Глента задолбает, Кобякова. Меня это очень сильно взбесило. Я вот реально заступаюсь здесь за Влада, потому что... Ну, люди еще с неокрепшим умом, они маленькие, они не понимают, что они делают. Я уверен, что здесь есть люди, которым лет по 18-17, и они понимают, что я имею в виду. Ладно. Улетел от них бизнес-классом на Бали. Да, в Бали он летал. Девочка моя красотка тоже популярна. Первая любовь... А, первая его любовь тоже, да. Первая его любовь... Купила ей Порш, 5 лямов. О, это, вот это было жестко. Вот это хорошо звучит. Звучит круто. Это запад, западные тоже тырят. У меня формат, факты, я не вижу. Неужели? Вот. Говорите, типа, весь контент мой это запад. Западные тоже тырят у меня форматы. Вот. Посмотрите вчерашний ролик, я это все разобрал. И со мной согласились большинство людей. Со мной реально большинство людей согласились и написали в комментариях, да, Богдан, ты прав. Ты реально прав. Мы с тобой согласны. Я вам говорю, я не буду сейчас это пересказывать. Этот ролик выйдет тогда уже минут на 20. Мне так лень, уже 14 минут. Короче, ладно, я вкратце скажу. Авось, вы... Нет. Идите и смотрите вчерашний ролик на ту же песню. И вот на те же строчки. Я там все объяснил доходчиво. Потому что, ну, типа... Ну, здесь, наверное, интересно, почему он тырит это, и я рассказал, и я, потому что я примерно понимаю, что к чему. Это через тонер своя ламба. Я установил YouTube, зовите меня папа. Номер один. Я говорю, Влад папиком любит побыть. Влад любит побыть папиком. Вот, как говорится. Я вот эти строчки пропущу, потому что рассказывать долго. Очень долго. Я не вижу хейта через тонер своя ламба. Тонер, это что? Тонер. Ладно, я установил YouTube, зовите меня папа. Ну вот это было очень-очень...
не то, что высокомерно. А, понятное дело, что он по приколу это сказал, но это было прям... О-о-о, типа... Вот, вот примерно в таком стиле это ощущаю. Типа... жесткая, жесткая строчка. Молодец, вот это очень прикольно. Вот-вот. Я не победи, не собираю тренды, никому не обойти, не брюлики танцуют на запястье и цепи. Скажу так, ребят, как бы вам объяснить, если вы смотрите Влада, как и я, то вам понравится этот альбом. Реально, если вам Влад интересен, если вам, ну реально, интересно вот тут. Вот, ну не знаю, но он здесь все про себя рассказал. Он рассказал все про себя. Влад, я уверен, что ты можешь посмотреть этот ролик, потому что они нас уже добавляли и в ролики там к себе, и что-то это, и Серега из их команды подписан на меня в Инстаграме. Я уверен, что либо Серега посмотрит, либо что. Вот, я этим никак не горжусь, просто я очень рад, что меня заметила команда их. Я правда этим очень горжусь. Ну типа, ой, нет, я наоборот сказал, нет... Ну, типа, я горжусь этим, я могу гордиться тем, что меня заметила такая команда популярная. И это очень реально круто. Я не знаю, как это еще объяснить. Типа, да, ладно, я горжусь, правда. И мне очень приятно, самое главное. Так вот. И я скажу так, если вы реально слушаете Влада, смотрите его, то я уверен, что эта песня вам зайдет. Здесь он о себе все рассказывает, и это очень круто. Мне еще говорили, Богданчик, пожалуйста, Богданчик, Бананчик, Баклажанчик, Баранчик, послушай, знаешь, какую у них песню? Вот сегодня мы послушаем, короче, вот сейчас вы видите, если сейчас вы видите вот этот трек, ну то, что вышло уже у нас с вами на Ютубе с оригиналом, то тогда сегодня еще будет А4 Kids, ой, погодите, это номер один, а это А4 Kids, да, вот. Что-то я сразу говорю то, что если вот вы видите вот эту белую полосу, это означает то, что... Ой, красную полосу, это означает, что я ее не прослушал на оригинальном канале, а включил начало и потом сразу включил конец. Все. А то подумайте, что я уже заранее все послушал. Нет, я не слушал оригинал. Но могу как бы послушать сейчас, в принципе. Так, чуть-чуть отрывочек. Всем привет, меня зовут... Господи, здесь намного лучше качество, это однозначно. Ладно. Запястье цепи, ай, я номер один, салют YT. Номер один. Ну, это все понятно. Короче, я считаю, то, что эта песня очень многого стоит. По крайней мере, очень-очень агрессивно. Очень агрессивно. Что пишут в комментариях? Кобяков вам сказал, по Жене, пишите, сколько будет жить твоя мама. Я зашел просто в ад, знаете. Вот ты спускаешься и понимаешь... Понимаешь, что здесь все про маму просто? Кобяков вам сказал, ПЖ, не пишите, сколько будет жить. Я не победим, я не собираю тренды, никому не обойти. Брюлики танцуют на запястье и цепи. Короче, хороший трек. Сегодня еще послушаем Kids. И, короче, сегодня выйдет 3 видоса. Если вы видите этот, уже вышел Kids по любасу. Вот. Либо сначала выйдет Kids, я не... Ну да, сначала этот выйдет, а потом Kids, все, отстаньте. Вы поняли, в принципе. Хотя, может... Ну да, все, я все правильно говорю. Короче. В принципе, песня... номер один. Салют, YT. Хай. Ну и все, конец. Хорошая песня. Ждите сегодня Kids. Выйдет у нас с вами, уже оригинальный, в хорошем качестве. И также выйдет А4. А возможно, первым А4 выйдет, и я вам уже говорю, ну типа, А4 в плане его новый ролик, если что, сегодня будет. Поэтому с вас я попрошу только подписку на второй наш YouTube-канал. Вот, это наш основной канал, а это наш YouTube-канал. Поэтому прошу, подписывайтесь, там очень много роликов. Выходит ежедневно по 3 видоса. Лайк, комментарий, подписка. Спасибо тебе огромное, если ты досмотрела до этого момента. Я даже оставлю пасхалку, если вы досмотрели до этого момента. Напишите, я досмотрел до сюда. Вот, все, я буду лайкать. Да, я буду лайкать. До новых роликов, всем пока.